города Тверь на автобус. Годы был вернули русской православной церкви. Главное располагается в этом храме. А с правой стороны вот тот самый квартал, который с правой стороны, а уже после войны пленные немецкие солдаты и офицеры нашему городу подарили здание драматического театра. Носит название «Набережная Афанасия Никитина». Ну, я приглашаю вас пройти, прогуляться. Я узнаю, почему некоторые историки считают, что Афанасий Никитин первым был сделан в Тивоне, на Тивоне 12-й части. Ну, моя экскурсия подходит к концу. Если у вас есть вопросы, конечно, постараюсь на них ответить.